Здравствуйте, друзья! С вами канал SMR Box, и вы часто спрашиваете меня, почему я не снимаю SMR рейтинги и даже почему я не сниму видео в стиле SMR какой-нибудь там гинеколог, и даже спрашивал кто-то, почему я не сниму видео в стиле SMR проктолог. Вот, друзья, ну что ж, я решил немножечко поэкспериментировать, и это видео будет не в СМР жанре, это будет а, такое юмористическое видео немножко. И а, в этом видео я хотел бы представить себе, что было бы, если бы я снимал видео именно вот в этих вот а, стилистиках и жанрах, а, которые вы меня спрашиваете. Поехали! Здравствуйте, я ваш гинеколог. Так нормально, так еще и глаза скрывает. Здравствуйте, я ваш гинеколог. Так, а теперь мы вас немножечко побреем. Побреем, побреем, побреем. Ну, вот. Видите, видите, теперь, теперь все хорошо. Короче, у меня тут просто, у меня тут просто кальян. Что это у вас там? Здравствуйте. Я ваш гинеколог. Давайте приступим к осмотру. Раздвиньте, пожалуйста, ноги. А как она туда попала? Эй, позовите кто-нибудь Георгия Сергеевича. Нам нужен срочно медицинский консилиум. Коля, у нас там человек застрял. Э, С вами весело. Есть у меня одна хорошая жижа. Держи. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и я сейчас буду снимать викинг. Прекрасно. Вот викинг вот этой шишки. Блин, что съесть на викинг? Есть осьминоги и лед. Холодец. Здравствуйте, а я сейчас буду снимать икинг. ты не мои конфеты. Вот именно поэтому я и не делаю все эти вещи. Как можно на полном серьезе, блин, делать СМР-проктолог? Ну ладно, СМР-гинеколог еще пусть будет, типа... О, привет, как дела? Ну-ка, ну-ка. Сейчас посмотри, что у тебя там.